как ты. Ты меча из Чивы? Я думал, такие, как ты, должны охранять фараонов. Я Меджай без фараона. Видишь? Это же мое имя, Нак! Тебя найдут. Найдут и убьют. Во сне! Во сне? Я больше не сплю. Я жду в тенях, и я убью вас всех, каждого, кто дышал воздухом Сивы в тот день. Убил хозяина, но не добил меня. Большая глупость. Твой хозяин был убийцей. Я его телохранитель. И это вопрос чести. Я Меджай из Сивы. Значит, ты достойный противник. Окей, ребятки, привет, я Дима, и мы начинаем свое прохождение Assassin's Creed Origins. Пожалуйста, усаживайтесь поудобнее, приятного вам аппетита. Но я сильнее. И хорошего просмотра. Сегодня я покажу вам начало игры. Сражаться с последним Меджаем. Первые 30-40 минут. Опа! Но особым собирательством или нечто подобным мы заниматься с вами не будем, потому что полное прохождение я буду делать на PC в день релиза. Продолжим танцы. Не думай, что тебе будет проще. Давай пробьем щит. Один из нас останется здесь навечно. Да это будешь ты. Пусть говорит лучше ты. Для кого лучше? Я не хочу убивать тебя. Вопрос чести. Деремся насмерть. Ну что ж. Быстро уворачиваемся и атакуем. Молниеносными выпадами. Бедный под не успевает понять, господи. Успевает, не успевает. А разок он мне по щам приписал. Давай-ка вот так вот. Это смертельное. Анубис ждет тебя. Там. Как я и говорил, мы можем обыскивать, забирать вещи и так далее и тому подобное, но вот в этой серии, в данной конкретной серии, ничем таким заниматься я не буду. Где выход? Нек, мне не выйти. Ну подожди, выйти не выйти. Выйти-то получится. Нужно только найти способ. Откуда лезут эти скоробеи? А вот и он. Вход в некоторые зоны спрятан. Будем искать. Для того, чтобы снять первый взгляд, очевидно, я уже проходил этот момент, но вам не показывал. Так что имейте в виду, прежде чем писать, что типа, заспойлерил себе, там, бла-бла-бла. Так и есть, заспойлерил. Все это было сделано для первого взгляда. Офигеть, да? Гробница. Или что это? Не знаю, когда видишь такие монументальные строения, невольно такие слова, как гробница, влетают в голову. Вот в данном помещении очень много
очень много вещей, которые мы можем взять. Вот эта волна, это импульс анимуса. С помощью нее мы можем помечать себе... Должно быть, этот храм построили много веков назад. Помечать себе, собственно, предметы, которые мы можем подобрать. Вообще, игра должна была это подсказать, а вот... А, ну вот она подсказывает. Опа, да. После чего вы подходите, прости, собственно, меня, и забираете. Мне это нужно. Опять же, тут я, наверное, все-таки покажу. Я не могу вам не показать это, потому что выход к сюжету он один, но вот конкретно это место, оно, в принципе, полно интересных закоулочков. Если внимательно осматривать все, то мы можем их найти. Древних. Ты посмотри, сколько здесь богатства, да? Я думаю, подобные места ждут нас в течение полного прохождения. Мы еще не раз сможем изумиться прекрасом. Прекрасом, что я говорю? Ну, вы понимаете, в общем-то. Здесь больше ничего. Еще одна причина, по которой можно... все собирать, несмотря на то, что я говорил, что не будем это делать, это фраза Баека, которую я почему-то все время хотел называть Баек, а не Баек. Как вы видите, мы можем собирать золото и прочее, прочее. На самом деле я делаю это сейчас именно для того, чтобы вы видели всю эту палитру разнообразных вещей, которые здесь валяются. Для прохождения на PC, для второй серии, которая тоже выйдет на канале уже совсем скоро, завтра, я буду перепроходить, очевидно, этот момент еще раз. И, соответственно, тоже буду собирать все. Так что... тут я себе не изменю. Хотя буквально вот недавно сказал вам, что ничего не будем собирать. Это лишь то, что я нашел, по сути... А, ну вон, смотрите, там еще есть... И там вещей на самом деле очень много здесь на сбор. Но в действительности замечательно. За эти первые полчаса все равно я многого показать вам не смогу. Но, как я уже сказал, прохождение полноценное и довольно быстрое будет уже завтра. Так что не убегайте далеко. Мы с вами в эту игру наиграемся. Я ее прилично время ждал. Для фаната Ассасина так в два раза больше ждал я ее, чем должен был. Потому что я уже привык к этому конвейеру. И мне он нравится, я его люблю. Я, правда, фанат. Смотрите, как много всего. Начешуеть просто. А еще что-то есть? Еще, быть может, какие-то места. Ой-ой-ой, тихо. Но в целом здесь, конечно, можно подняться. Я бы хотел это сделать с этой стороны. Мне очень нравится этот подъем. А, стойте-ка. Это нам туда, по сюжету. Вперед. А что тогда тут? Ну-ка, посмотрим. Похоже, тут еще одна комната с сокровищем, ребят. Да? Да, тут действительно еще одна комната с сокровищем. Надо бы постараться не забыть. А, ну это та самая комната, в которой мы были снизу, да? Да, только верхняя ее часть. Надо будет постараться не забыть все эти места потаенные, когда уже буду проходить для полноценного прохождения. Не хочется упускать ничего вообще. Мы могли, опять же, я повторюсь, пройти, наверное, к сюжетному месту через это же место. Место, да. Извиняюсь за тавтологию, но я хочу это сделать отсюда. Уж больно мне нравится этот подъем. Прям балдеет. Опа.
Соответственно, там внизу мы тоже уже с вами были. Вы это должны помнить. А нам нужно в ту сторону. Давай-ка поднимемся. Опа. Посмотрите, как ловко он это делает. После Assassin's Creed из Токио мне в других экшенах от третьего лица дико не хватает этого... Вон там. Свет. Этого паркура. Факел тут нам больше не нужен, но если вдруг понадобится, то они у нас бесконечны, насколько я полагаю. Насколько я понимаю, точнее. Стена. Да. Такие стены можно будет сломать. Тем самым очистить себе проход вперед. Солдаты. Конечно. Давай-ка попробуем. Что это? Нет, не получилось. Нет его! Умри! Я хотел немного стелса. Берегись! Это я вижу. Очень больно, между прочим, сейчас было. Уж мы позаботимся. Ну-ка, отцепились от него. Как хорошо было бы вот так красиво убить двоих. У тебя новые друзья. Они устроили засаду. Хорошо, что я пришел встретить тебя. Как я рад. Ты отпустил бороду. Год не виделись, друг мой. Сладкий вкус битвы, я его уже забыл. В Сиве все подчиняются солдатам, боятся их и смерти. Я убил человека в маске. Цаплю. Еще четверо. Идем. Ты поди устал. Отдохнешь. Нет. Не могу. Сначала я выпущу кишки всем тварям в масках. Боги! Как же я скучал. Интересная личность. Где твой верблюд? Этот Хебзефа. А, вот ты где. Поехали, Сэнни. Как думаете, вы тут справляетесь без меня? Как много людей назвали этого верблюда плотвой ассасиновской? А, нам не просто, Байк. Ты ушел, люди хотели, чтобы я поддерживал порядок. Но солдаты разбили здесь лагерь и делают, что хотят. Лагерь в Сиве? Можно нажать на самом деле крестик, задержать его, и верблюд сам поедет к поставленной метке. Это здорово. Толемей держит эти земли в повиновении, а я лишь пытаюсь уберечь людей от беды. Рад, что ты здесь. Сделаю, что смогу. Но не забывай. У меня есть своя цель. Знал, что ты нам поможешь, Сэнни. Что случилось? Солдаты не знают жалости. Если думают, что кто-то им соврал, сжигают всю деревню. И что похуже? Жуть вокруг, ты посмотри. Обезображенные тела, сожженные люди и дома. Хебзефа, это кошмар. Вот ты и дома, Бай. В Сиве тебя заждались. Дамы и господа Сива. Чтобы вы понимали, мало ли вы не видели мой первый взгляд. Посмотрите, кстати, там достаточно интересный материал есть. Это Сива. Вот расстояние, которое мы преодолели только что. Достаточно приличное, в принципе, да? А теперь смотрите, какая территория в игре. Это только половина. И вторая половина. Просто гигантский какой-то... Очешуеть, насколько гигантский, громадный мир. И он бесшовный, ребята. Что самое замечательное. Абсолютно бесшовный Египет. Right decision, you...
домами, детьми и жизнями. Вы всецело обязаны фараону, Птолемею Филопатору, Филопатрыч Египта. Совсем охерел. Люди словно опустошены. Да, я бы не назвал местных людей счастливыми прямо сейчас. Тут еще разъезжают всякие на колесницах, допросы, на верблюдах. Поборы и избиения всему оазису. Сива расположена в пустыне, вот в этом огромном оазисе. И колоритный этот город, очень колоритный. Ну, точнее, как поселение, деревня, можно так сказать, маленький городишко. Тут будут и покрупнее. Очевидно. Знаете, что удивительно? Удивительно то, что в небе... Хотя нет. Одно облачко. Ну да, не одно, но их мало, облаков. Я был в Египте однажды, единожды. И за двухнедельное мое пребывание я там не видел ни одного облака вообще. Это я был в восточной части. А Сивы это запад. Ну, в любом случае, тут тоже не шибко-то облачное небо, да? По мере нашего продвижения вперед помечаются новые какие-то места интересные. О, нас узнают люди. Ты сам все видишь. Так будет с каждым, кто ослушается воли Медунамона, жреца фараона. Его приказы нужно соблюдать неукоснительно. Действительно, люди меня узнают. Сивы боятся Медунамона. Это уже не дом. Ах, дом. Оставь верблюда, далеко он не уйдет. Ну что, пойдем? Да я, собственно, так и сделал. Дом, милый дом. Отдыхай, друг. У тебя был тяжелый день. Нет, отдых не для меня. Нужно готовиться к бою. Хепзефа! Хепзефа! Солдаты снова! Баек? Рабия! Рабия! Я так боялась! Конечно, боялась. Ты ведь меня знаешь. Ну и ну. Раны? Ушибы? Ерунда. Сядь! Все поправим. Ты все такая же. Айю, тебя. Сколько ж я вас лечила. Защищала от старших. Все изменилось. Но ты так же крепок. По-моему, это очень крутое начало, оно дико атмосферное. Я прям, когда первый раз вот проходил этот момент, кайфовал. О, великий Осирис. Думал, ты не проснешься. Рабия перевязала меня, и я... Я решил не будить. Бой с Медунамоном потребует много сил. Кстати, друг. О, лук. Попробуй пострелять. При этом оно как бы кажется сухим, прямо в голову. Потому что мало всего, но я так полагаю, это из-за того, что в дальнейшем будет очень много всего навалено сразу на нас. Нам показано, сколько урона мы наносим, нанесем точнее. Одна из них, они прочнее остальных. Да, я заметил. И вот эта вот аркадность, казуальство, оно на него не обращаешь внимания, когда играешь. Ну, по крайней мере, я не обращаю. Ну... Хепзефа! В чем дело? Тебя ищут солдаты! Ну, идем, живо!
Проследи, чтобы никто не покинул дом живым. Кебзефа! Нужно поговорить! Намарх Руджик убит! Возможно, виновен твой друг Миджай! Выходи! Помоги очистить его имя! Устроим засаду. Нак! Теперь они найдут письма и сожгут мой дом, а меня казнят. Не бойся, я с этим разберусь. О, еще как разберусь. Осторожно. Вас заметил противник, он подойдет ближе и изучит обстановку. Кто здесь? Покажись! А ты подойди, тихо. Посмотришь и увидишь. Посмотри он и увидишь. Близко. Все нормально, брат. Короче говоря, когда они замечают, у меня пара секунд на то, чтобы среагировать. Остальные. И нажать треугольник. Давай-ка возьмем стрелы. Мы застанем его врасплох. Привет, друг. Так. Нельзя оставлять тела на виду. Тогда убери их. Привет. Так, а с этой стороны? Не думаю, что устроили засаду. Тише ты. Смотри, можно наверх забраться. А, я вижу их. Собственно, всех вижу. Один с той стороны. О, посмотрите-ка. Нас засекли. Хотя черт узнает, может и не засек он ни хрена. Ну-ка давай бегом. Наверх поднимается, ты посмотри. Сейчас мы его тут и встретим. Кажется, все, Хебзефа. Они там не все убиты, конечно. Готово. Но это ты уж сам как-нибудь разберешься. Спасибо. Я же говорил, эти мерзавцы ничего не боятся. Самоуверенные мерзавцы. Мерзавцы. Все так. Пойдем наверх. Я расскажу об обязанностях Миджая Сивы. Ну, добро. Рассказывай. С нетерпением жду. Все горести Сивы здесь. Я пытаюсь помочь каждому, но я один. То есть ты не обладаешь божественной силой? Но наша главная беда — этот человек, Медунамон. Люди надеялись, что он все изменит. Мол, жизнь наладится. Вскоре мы узнали правду. Слушай. Опасаюсь за твою семью, жрец. Отправлю их в более безопасное место. Вот этот человек твой враг. Я найду его и убью. Медунамон намного сильнее, чем кажется. И окружил себя лучшими воинами. Мне все равно. Ты погибнешь. Чтобы убить этого тощего мерзавца, нужна подготовка. И уж точно доспехи получше. Да, я сделаю их сам. С оружием сложнее. Солдаты унесли из деревни все. Поговорю с кузнецом. Да, думаю, Бенипи поможет тебе с этим. Может, и Сену найдет что-нибудь. Сену? Сену жива? Смотри, кто это. Сену, это ты! Красавица!
Рабия выходила ее. Спасибо ей. Людям нужна твоя помощь, Байк. И они готовы помочь тебе. Понимаю. Если удар в колено от жреца вам, ребят, показался жестким моментом для игры из серии Assassin's Creed, то имейте, пожалуйста, в виду, что истоки не будут наполнены подобной жестью и даже более грубой жестью. Отрезанные конечности, откровенные кадры и прочее такое вот непотребство будет здесь блистать сплошь и рядом. Так что детям, слабонервным, беременным женщинам я бы не советовал к просмотру или к приобретению и к ознакомлению этот материал. Ну а всех остальных я буду рад видеть завтра на канале, потому что астрологи объявили завтрашний день днем Assassin's Creed. Ребята, всем вам хорошего настроения. Ну и спасибо вам большое за просмотр. Я знаю, что вас будет тут немного, но если каждый из вас нажмет палец вверх, я буду очень вам благодарен. А также напишите, пожалуйста, свой отзыв в комментариях, я их обязательно прочту. И самые лучшие, самые нормальные, адекватные одобрю к просмотру всей аудитории. Ну и помните, что сейчас все окей, ребята, а дальше круче. Пока.